Антенну. Нам нет интернет. Нет, мы просто вообще не смотрим ничего. Ну и правильно. Правильно. Я и компьютер не смотрю. У меня муж спец по этому делу, по компьютеру. А я вообще принципиально. Значит, вы петербурженка. Только смартфон, правда. Ну, в смартфоне мобильный банк, оплата всего. Мне вчера мошенники звонили. Вы знаете, было очень неприятно мне. Так а мне в прошлом году мошенники звонили, слушайте, сюда на даче. Их разыгрывала долго, я их тягомотила. Женщина там отвечала мне. Женщина? Ну, да, женщина. Первый раз слышу, обычно мужчины. Женщина мне так долго, знаете, все это, вот, у вас может быть такое, вот давайте позвоните. А я говорю, слушай, говорю, мне уже, честно говоря, надоело, у меня и карты-то нету. В прошлом году раз и отрубилась, все. А потом, да, постоянно звонят, звонят и звонят. Но они, видимо, знают уже некоторые номера. Да, 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 да. Там никто не отвечает и не пробивной. Да, 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 так вот, и есть. Мы такие, непробивные. Так и есть, да. Ну и самый вот хороший вариант. Вы знаете, вот клиент, который говорит, вот я прихожу, допустим, на заказ, который вступает в диалог и говорит, у меня там образование, я все знаю. Этот клиент, которого проще всего обмануть. А вот клиент, это вот я 30 лет работаю, который говорит, а вы знаете, вот как вы, а я ничего не понимаю, я ничего не знаю. Вот его фиг обманешь. Слушайте, ну я не обманываю, я в принципе вот говорю. Поставьте, у меня образование нет, среднее образование, ага. Но у меня ни о чем не подловишь, честно, вот правда. Значит, так у вас есть базовые принципы такие устойчивые. Да, да, да. Ну зачем лезть куда-то, и вообще да, мне смешно над некоторыми рекламами, просто смешно. Эти все сериалы я не смотрю, эти дурные, причем редко. Потом эти, ты не поверишь, это же маньячно, ненормально. Ну это, конечно, это, я не знаю. Что-то у меня оперная певица, она смотрит, Лариса Васильевна. Да? Да, она смотрит, я с удовольствием. Ну, жизнь может быть скучная у человека, у людей, кто смотрит. Нечем наполнить ее, понимаете? Знаете, наверное, у нее нет ни мужа, ни дачи. Скорее всего. Психолог каждый из нас. Да. Всего вам доброго. Спасибо большое. Финансовые прибыли, а здоровье самое главное. Да уж не говорите, да. Спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, я же дальше не пройду, правильно? Пойдете. Там мостик такой. А. Здесь проходит, на озеро ходят купаться. А какое озеро? У нас там маленькое озерцо такое, как детское. Да? Вот через дорогу буквально. У меня просто, я соседнее садоводство. Ну, соседнее пойдете. Можете повесить на эту, вот на ту, хотя у них вроде бы. Ага. Хорошая рекомендация. Спасибо большое. Ну ладно. Очень вы рано встали, еще же так рано. А, я никого не видел, вы первая, кого я увидел. Ранняя пташка. Да, 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 да. И сухой травы такой нету. Вот. Да. Хорошо, спасибо большое. Да, всего доброго. Mm-hmm.